Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И по традиции в начале краткий анонс главных тем. Их ответ Народному фронту. Администрация Буйнакского района опровергла информацию общественников о загрязнении реки в Чанкурбе. Они продали все ради здоровья ребенка. Теперь им нужна наша с вами помощь. О тяжелой болезни маленького Саада расскажут наши корреспонденты. Сразу два рейса прямиком в Медину и Джидду. В Саудовскую Аравию продолжают прибывать дагестанские паломники. Золотом и серебром из Албании в Махачкалу вернулись медалисты юношеского первенства Европы по греко-римской борьбе. Школьники в Дагестане осваивают новые запрещенные методы на экзаменах. Так, по данным Министерства образования Республики, при сдаче ОГЭ и ЕГЭ старшеклассники чаще стали попадаться на использовании микронаушников и микрокамер. При этом в ведомстве отмечают, что уменьшилось количество нарушений, связанных с наличием телефонов. На сегодня в регионе аннулированы 58 работ на ЕГЭ и 222 на ОГЭ. Чиновники ответили на публикацию Народного фронта о том, что река в селе Чанкурбе, которая прежде была источником питьевой воды для местных жителей, загрязнена отходами скотобоин. В администрации Буйнакского района заявили, что видео старое, а выехавшие на место сотрудники отдела муниципального контроля провели осмотр реки в 6 точках и фактов загрязнения не выявили. На место приглашены специалисты Министерства экологии и произведен забор воды для дальнейшего анализа, сообщают районные власти. Напомним, несколькими днями ранее активисты Народного фронта выложили шокирующие кадры грязной реки. В публикации также сообщалось, что контролирующие органы не проявляют должного внимания к данной проблеме. Дагестан перенимает опыт в реализации программы комплексного развития территорий. Председатель правительства региона Абдул-Муслим Абдул-Муслимов в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума принял участие в пленарной сессии, посвященной данной теме. Организатором выступил Департамент городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы. Сейчас в реализацию программы КРТ вовлекаются как городские операторы, так и частный бизнес. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд «Инсан» продолжают рассказывать о тяжело больных детях. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 3-летний Саад с диагнозом ДЦП. О мужестве маленького мальчика, который борется со страшным недугом, расскажет моя коллега Патимат Ханапова. В свои 3 года Саад может ходить с опорой, делает 5-6 самостоятельных шагов. Это большой успех при его недуге. Так уж случилось, что с самого рождения мальчик вынужден бороться за право жить обычной жизнью. В результате сложных родов он перенес гипоксию 2-й степени. Также были проблемы с сердцем и почками. Мы не знали, что с ним. Нам ни один врач не мог поставить диагноз. Нам говорили, просто руками размахивали, говорили: «Езжайте в Москву или за пределы вообще России». Он не держал голову, у меня с года только начал голову держать, он был вообще тяжелый. Нам вообще говорили, что он не выживет. Лишь в 8 месяцев мальчику был поставлен диагноз ДЦП. Постоянное лечение и курсы реабилитации дают хорошие результаты, однако останавливаться на достигнутом нельзя, иначе Саад потеряет все приобретенные навыки. Если бы вот такого ребенка, да, вы не проводили бы регулярной реабилитации, то в каком бы он был состоянии? Ну, я думаю, он был бы вообще тяжелый, как и было с самого начала. Есть изменения, альхамдулиллах, он очень изменился за эти 4 курса, что мы начали ездить в Москву. К сожалению, оплачивать дорогостоящее лечение сына родители не в силах. Они продали все, что можно было. Теперь надежда осталась лишь на поддержку неравнодушных людей. Благотворительный фонд «Инсан» открывает сбор для Саада Миргамзаева в сумме 391 200 рублей. Средства уйдут на курс восстановительной терапии. Патимат Ханапова, Айша Тухаева, Фатима Магомедова, новости ННТ, Махачкала. Впервые из аэропорта Махачкалы в королевство Саудовской Аравии отправились 2 рейса с паломниками из Дагестана. Это связано с плотным графиком вылетов в хадж. Один из самолетов сел в Медине, а другой совершил посадку в Джидде. Слово Айше Тухаевой.
Рейс в Медину начался со сборов групп в Махачкале. Руководители хадж-групп рассказывают паломникам не только о технической стороне маршрута, но и об особенностях поведения. Клянусь Всевышним Аллахом, я не боюсь говорить, что моя умма после моей смерти она будет впадать в большое многобожие, чтобы мусульмане, они идолам поклонялись. Но, говорит, я боюсь, что после моей смерти вы будете друг с другом воевать, припираться из-за дуняла, из-за мирского, которое вообще нам не принадлежит. Два рейса вылетели одновременно. Один в джиту, другой в Медину. По информации компании «Марва Тур», подобные вылеты будут часто. В этом году в Дагестане еще больше паломников. И такая же ситуация в Саудовской Аравии. Принимающая страна не может подтверждать абсолютно все прибывшие рейсы только в одном городе. Связано это с тем, что очень большое количество паломников в этом году из Дагестана. 11 тысяч человек. График вылетов и интервал между вылетами очень такой плотный. И приходится одновременно организовывать два вылета подряд. Для грамотной организации это вылета здесь сейчас привлечены достаточно большое количество наших ребят, сотрудников. Пытаемся сейчас это организовать так, чтобы для людей не было какого-то дискомфорта. Алхамдулиллях, брат, что Аллах нам дал возможность такую поехать, что есть такая вообще организация, что Марва, что вот так поддерживают, что помогают, что очень на все на высшем уровне, брат, алхамдулиллях. В шатре, который организован представителями муфтията в Каспийске, паломники набираются сил перед вылетом. И уже на борту самолета квалифицированные руководители хадж-групп подробно инструктируют дагестанцев об особенностях молитвы на борту самолета. Но по приезду в Медину мы этот намаз должны будем возмещать. Мы ее возмещаем из-за того, что мы намаз совершаем не в сторону кыбли. Из-за того, что мы просто сидя на своих местах, куда самолет повернулся, в эту сторону совершаем намаз, а не в сторону кыбли. Из-за этого мы намаз по приезду в Медину должны будем возмещать. Вот сидя совершаем намаз, для рукуа чуть идем вперед, а для суджуда еще вперед нужно, чуть-чуть ниже, чем на руку. А время, как обычно, вот после двух начинаем совершать намаз. Прибывшие в Медину паломники уже посещают исторически значимые места. Тем временем авиарейсы из Дагестана на святые земли продолжаются. Айша Тухаева, Алиас Хабмагомедов, Хамза Нурмагомедов. Новости ННТК. И к новостям спорта. Команда дагестанских борцов в полной боевой готовности и намерена обрадовать родную публику. Об этом члены сборной республики по вольной борьбе рассказали в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему чемпионату России. Турнир пройдет в Каспийске с 20 по 25 июня. В беседе с журналистами принял участие министр спорта республики Сажид Сажидов. В принципе, наш оперативный штаб уже 10 дней находится во дворце спорта и молодежи Али-Алиева. Они с утра до ночи, до поздней ночи там находятся, работают. Конечно, работы очень много. Организационный момент, он всегда требует большого внимания и контроля. Понимая, что очень много будет людей, гостей, уважаемых гостей, которые приедут посмотреть на соревнования и также, наверное, посмотреть республику. Ожидается, что на ковер во дворце спорта имени Али-Алиева выйдут около 600 спортсменов. Около четверти участников чемпионата составят воспитанники дагестанской школы борьбы. Для многих проблемно бывает, когда, особенно для весогонщиков, когда они вес гонят, вот эти перелеты, смена часового пояса. А здесь дома как-то поувереннее, покомфортнее себя чувствую. Даже вот общался с ребятами, легче, говорит, вес гонять бывает. То есть волнений не будет? Волнение, оно всегда есть, какая-то ответственность есть. Ответственность. Да, ну это такая приятная ответственность, потому что ты дома все, но борешься. Ну вот в плане борьбы я сказал бы, где-то легче, наверное, там поехать, побороться. Здесь столько близких, одних спрашивают, когда. Вот эта ответственность есть, а так.
родных стенах команда готова закрепить свое лидерство в стране. Дополнительной мотивацией для всех станет допуск победителей к предстоящему чемпионату мира в Сербии. Туда борцы смогут отправиться в нейтральном статусе. Сборная России планирует поехать на чемпионат мира. Как говорил наш президент федерации Михаил Геразиевич, вроде бы все обговорено, и я вот сейчас в Инстаграме читал, это Белград, в Белграде, Сербии, там не визовая, для нас там визы не нужны, и где-то 80-90% сборная команда России поедет на чемпионат мира. В Махачкалу вернулись медалисты юношеского первенства Европы по греко-римской борьбе Абдурахман Абдулкадыров и Сайпула Гаджимагомедов. Соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходили в городе Тирана. Дома, несмотря на позднее время, спортсменов пришли встретить их родные, друзья и партнеры по команде, а также руководство Федерации греко-римской борьбы. Перспективные ребята показали такую яркую борьбу. И хочу поздравить их тренеров, ну и родителей с победой. Надеюсь, что эти ребята к 2028 году будут настраивать себя на большие победы и станут теми людьми, которые будут прославлять нашу родину. Столичному классику Абдурахману Абдулкадырову не было равных в весе до 71 килограмма. А его одноклубник по школе «Спартак» Сайпула Гаджимагомедов стал вторым в категории до 92 килограмм. В Албании российские борцы выступали в нейтральном статусе. Хочу поблагодарить Сайпула Абдурахмановича, моего личного тренера, дядю, за то, что он привел меня в этот спорт вообще. И за вклад, который он мне вносит каждый день. За мной смотрит, следит, говорит мне, что как делать. Ну, этот человек, можно сказать, сделал из меня спортсмена. В дальнейшем больше работать и подготовиться хорошо к чемпионату, к первенству мира и выступить там. Уже получше, чем на Европе. Намного лучше подготовиться и лучше выступить. В тренерском штабе сборной Дагестана уверены, оба борца заслужили право без отбора выступить на первенстве мира. Эти международные соревнования пройдут в конце июля, начале августа в Турции. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Хороших вам новостей, приятных выходных и до новых встреч в эфире.